Завершился судебный процесс между заводом «Кублей» и администрацией города Уральск. Судебные тяжбы идут на протяжении 2 лет. Дело набрало 13 томов, из них 9 являются доказательными документами представителей завода. Спор начался из-за построенных многоэтажек вблизи предприятия. По правилам эксплуатации и техники безопасности, жилье не может располагаться так близко к санитарно-защитной зоне завода. Сегодня представители предприятия проиграли судебный процесс против Акимата. Решение вынесено в пользу подрядной компании, которая строила дом. Впрочем, решение суда пока не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его. Истец считает, что завод будет закрыт. 600 или 700 работников останется без работы. Более 3000 крестьянских хозяйств останутся без своего основного заказчика. Являются несостоятельными, голословными и предположениями. Завод будет работать.